Здравствуйте, дорогие ребята и их родители! Давно не виделись, ну что, ребята, вы узнали меня? Ой, здравствуйте! Ой, сколько ребят! Какие все нарядные, красивые! Ой, а это кто? Какая симпатичная лисичка! Какой прикольный Мишка! Давай дружить, Мишка! Меня зовут лисичка Лариска, а тебя как зовут? А меня зовут медвежонок Топтышка. Я тоже хочу дружить. Ну, давай тогда подружимся. Ребята, вы знаете, вот я столько игр интересных знаю. Хотите со мной поиграть? Да, конечно! Я очень хочу! И ребята, наверное, тоже! Тогда давайте поиграем в игру прятки-догонялки. Я от вас спрячусь, а потом буду вас догонять. Да, хорошо, давайте, ребятки. Сейчас только я сначала спрячусь, подождите меня. Хорошо, хорошо, Мишенька. Тропинки по дорожке, все мы к Мишке подойдем. Мы захлопаем ладоши и немножко подождем. Кто здесь хлопал? Кто здесь хлопал? Нет, не я, не я, не я. Ты здесь хлопал? Ты здесь топал? Нет, не я, не я, не я. Догоню сейчас всех я. Ай! Ай! Берегись, берегись, лисичка, берегись. Давай тебе танцевать. Давай. Давайте еще раз поиграем. Давайте. По тропинке, по дорожке, все мы к Мишке подойдем. Мы захлопаем ладошки и немножко подождем. Кто здесь топал? Кто здесь хлопал? Нет, не я, не я, не я. Ты здесь хлопал? Ты здесь топал? Нет, не я, не я, не я. Догоню сейчас всех я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ребята, убегайте! Убегайте, догоню! Мишка, мне очень понравилось, как мы с тобой поиграли. А вам, ребята, понравилось? Мне тоже понравилось играть с тобой, лисичка, и с ребятами. Но вот мне очень интересно, а что друзья должны еще делать вместе? Только играть и все, больше ничего они не делают. Нет, не знаю. Наверное, только играют, веселятся, прыгают, бегают, скачут и все, наверное. И все? Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуй, лисичка! Здравствуй, Мишка! Приятно с тобой познакомиться! Давно мы с вами не виделись уже! Здравствуйте, ребятки! Я слышала, лисичка, что тебе очень интересно, и Мишка тебе тоже, узнать, что еще, кроме игр, друзья делают вместе? Да, нам очень интересно узнать это. Тогда давайте посмотрим сказку, которую мы для вас подготовили. Хорошо? Да. Узнал как-то лисенок, что в лесу у всех зверей друзья появились. И завидно ему стало. Что это такое? У всех друзья есть, а у меня нет. Прибежал лисенок на полянку и стал друга себе искать. А там уже никого не осталось. Кроме маленького слабенького мышонка. Ну, хоть такой. Ну что, мышонок, будешь моим другом? Ой, ура, конечно, буду! И стали друзья веселиться, на полянке бегать, развлекаться. То мышонок через лисенка катается, то лисенок через мышонка прыгает.
Играли тогда позднего вечера. А потом лисенок домой побежал. Пока, мышонок! Ой, надо мне норку раскопать, зернышек натаскать и теплый мох постелить. А то я замерзну совсем. Бежал мышонок, а на следующее утро лисенок пришел, а друга его нигде нет. Ищет он его и там, и тут, и нигде-нигде найти не может. Испугался лисенок. Может, что случилось? Что же ты не берег своего друга, когда надо было? Он нору рыл, зернышки таскал. Но тут сова его схватила. Думаешь, дружба — это только игры и развлечения? Ой, где же мой друг? Побежал лисенок быстрее в том направлении, куда ему ворона показала. Друга выручать. Очень он испугался за своего маленького друга, как бы его сова действительно не съела. Прибегает он к совиному дуплу, а там мышонок сидит, целый и невредимый. Мышонок, друг! Ой, лисенок, увези меня отсюда поскорее, я так боюсь. Посадил лисенок на спинку мышонка, и помчались они скорее подальше от гнезда совы. А потом помог лисенок мышонку норку раскопать, зернышек туда натаскать и теплый мох постелить. Понял тогда лисенок, что дружба — это не только игры и развлечения, а это еще и любовь, и забота. Дружбу надо охранять и в обиду не давать. Ну что, ребята, понравилась вам наша сказка? Ее для вас сочинила специально Елена Ульева, чтобы научить нас дружить и быть добрыми. Понравилась вам Мишка и Лисичка? Да. Теперь мы с вами поняли, что дружба – это не только игры и развлечения, а еще... забота и любовь. Давайте будем всегда дружить, любить друг друга, заботиться, и тогда вместе нам не будут страшны никакие испытания. И, конечно, нам нужно вместе петь для хорошего настроения. Ты да я да мы с тобой, ты да я да мы с тобой. Здорово, когда на свете есть друзья. Если б жили все в одиночку, то бы уже давно на кусочки разлетелась бы, наверное, земля. О-о-о. Если б жили все в одиночку, то б уже давно на кусочки развалилась бы, наверное, земля. До свидания, ребята! Любите и дружите! До свидания, до новых встреч!